Работодатели области выплатили больше 640 миллионов рублей долгов по зарплате. Об этом в пресс-центре правительства рассказал инспектор труда Алексей Санников. По словам руководителя ведомства, за прошедший год инспекторы выявили больше 23 тысяч нарушений. В тройку самых распространенных вошли такие, как несоблюдение коллективного договора и условий его заключения, невыплата заработной платы, а также несоблюдение правил охраны труда. Больше всего нарушений выявили в сферах торговли, здравоохранения и строительства. Участились и несчастные случаи на производстве. Как отметил главный инспектор, за год ведомство провело расследование 90 происшествий, 17 из которых со смертельным исходом. Зоринский, помните? У нас лифт, который находился в неисправном состоянии, пришел в движение. На крыше лифта находился главный инженер. После приведения лифта в движение главный инженер потерял равновесие, упал и в результате этого погиб. В большинстве случаев смерть человека или получение тяжелых последствий для здоровья связано с элементарным невыполнением, несоблюдением со стороны работодателя правил охраны труда. Всего за прошедший год инспекторы труда проверили больше 400 предприятий на соблюдение норм охраны труда. Было выявлено 6,5 тысяч нарушений.